Добрый день, уважаемые господа. Мы находимся на берегу нашего Куркинского пруда, который расположился в Народном парке Дубрава. Рядом со мной находится заместитель директора ГБУ «Жилищник Куркина» Дмитрий Симонов. Дмитрий, что это здесь происходит сейчас вот на берегу пруда? Добрый день. Сейчас происходит санитарная очистка пруда. Готовимся к летнему сезону, так как у нас парк Дубрава – излюбленное место жителей и района Куркина, и гостей. Вот, поэтому стараемся содержать данный и парк, и водоем в надлежащем санитарном состоянии. Поэтому сейчас происходит санитарная очистка данного пруда. То есть вот есть мусор. Который... Да, сейчас собираем, сейчас еще пока лед полностью не растаял, то есть ждем, пока пройдем полностью вытаивание снежных масс, и потом уже будет уборка под чистую. Ну, я смотрю, ваш вот труд, он сродни вот как полярники на льдине, да, вот я смотрю, целые айсберги здесь плавают, к сожалению, покрытые мусором. Ну, да, мы пытаемся сейчас со льда убрать мусор, ну, конечно, все, что... Достаем, все убираем. Ждем, пока вытает естественным способом. Ну, Дмитрий, спасибо большое за рассказ. Я надеюсь, что судьбу вашей лодки не постигнет судьба Титаника, который сейчас здесь окружен вот такими льдинами. Успехов вам. Спасибо.